на протяжении 30 секунд нужно ответить на пару вопросов. Продолжите фразу. Режиссура – это? Труд. Три совета молодым режиссерам. Не знаю. Наблюдать за жизнью, любить людей и уметь делать из этого выводы. Многим ребятам при поступлении на режиссерский факультет говорят то, что у вас мало жизненного опыта и вы еще молоды. Где же набраться этого режиссерского опыта? Это не режиссерский опыт, это чисто человеческий должен быть опыт. Нужно как-то откликаться на любые события, которые тебя окружают, и культурные, и политические, и события в семье, переживать, проживать это и таким образом набираться опыта. Вот вы уже не первый раз в Орленке. Как здесь обстоят дела вот с режиссерской работой? Это по-разному, все зависит от человека. Вот, например, в прошлом году я работал с командой Яши Подкустова. Это очень самостоятельные были ребята во всех отношениях, очень дружные. Дружный был отряд, и работа ладилась с взаимопониманием. Это все зависит вот от того, какие люди взялись за работу. И такой личный вопрос. Я этим летом тоже поступаю на режиссерский факультет в ВГИК. Как пройти все творческие испытания в ВГИКе? Все как пройти? Ну вот нужно быть личностью. Вот для того, чтобы быть хорошим режиссером, надо быть личностью, надо иметь свою точку зрения на все, свою. Не стараться понравиться, не стараться угодить. Если вы поступаете к мастеру какому-то, то не обязательно хвалить его работы, его взгляд на жизнь. Надо иметь свою точку зрения. И если это действительно так, то вас тогда ждет успех. Спасибо большое.